Аналитикам издания «Биржевой лидер» стало известно о том, что лидера украинской националистической организации, которая известна под названием «Правый сектор», Дмитрия Ярыша объявили в розыск. Известно, что Дмитрий Ярыш неоднократно взывал как членов своей организации, так и простых граждан ко всеобщей мобилизации и активным действиям, которые зачастую имели отнюдь не мирный характер. Следственным комитетом Российской Федерации Ярышу заочно было предъявлено обвинение в том, что он публично призывал к тому, чтобы активисты его националистической группы совершали террористические акты и вели деятельность экстремистского характера. Об этом стало известно от официального представителя Следственного комитета России Владимира Маркина. Кроме того, некоторое время назад Дмитрий Ярыш в социальной сети обратился к лидеру чеченской террористической группировки Вуку Умарову с тем, чтобы он и члены его группы оказали поддержку его «Правому сектору». Дмитрий Ярыш поместил свой письменный призыв на странице официальной группы «Правый сектор» в социальной сети ВКонтакте. Сейчас Дмитрию Ярышу в Российской Федерации грозит до 7 лет лишения свободы. Против него возбуждено уголовное производство. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы Ярыша можно было арестовать заочно. Следственный комитет России вынес постановление об объявлении Дмитрия Ярыша в международный розыск. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать в суде о заочном избрании в отношении Ярыша меры пресечения в виде заключения под стражу, отметил Владимир Маркин. Как объяснили в Следственном комитете России, глава националистической организации Украины абсолютно безнаказанно занимается тем, что публично призывает силы, которые являются антироссийскими, к действиям экстремистского характера и террору на территории России. Однако на сегодняшний день, пока анкеты Дмитрия Ярыша в официальной базе данных разыскиваемых лиц Интерпола еще не появились и появятся ли вообще, неизвестно. Вообще же вся процедура того, как осуществляется объявление международный розыск, выглядит следующим образом. Изначально из Генеральной прокуратуры передается определенное поручение в Национальное бюро розыска Интерпол, после чего оно уже передается в штаб-квартиру во Франции, в Лион. Там генеральный секретарь Интерпола самостоятельно решает, извещать ли членов государства, которые входят в Интерпол, о розыске того или иного лица или же нет. В свете сегодняшних событий, тогда как Россия сейчас не является столь дружественной европейским странам, возникает вопрос, будет ли Ярыш вообще разыскиваться Интерполом или все это останется без последствий.